Высокое искусство для широкой публики. «Басы на балконе» теперь уже традиционная акция в Самаре. Она появилась, чтобы возродить городскую легенду. Считается, что в начале прошлого века великий русский бас Федор Шаляпин на балконе гостиничного номера давал импровизированный концерт. Эта легенда очень красивая. Нет, к сожалению, никаких документальных подтверждений, что действительно Шаляпин выходил и пел с балкона. Но нам, эта команда проекта «Модерн в облаках», нам очень понравилась эта история, и мы решили, что легенду было бы неплохо оживить. Третий год в Самаре реализуется этот проект. В этот раз жители и гостей города радуют своими голосами солист Московского музыкального театра «Геликон опера» Михаил Гужов, солист Самарской филармонии Антон Степанов и солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов. Я считаю, что это без сомнения очень важно, поскольку высокое искусство также нужно нести в массы, да, не побоюсь этих красивых и высоких слов. И, ну, как показывает опыт прошлого концерта, самарцы это принимают очень хорошо и тепло. С балкона прозвучали арии из опер Бородина, Мусоргского, Чайковского и других композиторов, а также известные русские романсы и народные песни. Многие из этих композиций в прошлом веке исполнял Федор Шаляпин. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.